Я вот подумала, давайте я вам сейчас засниму его, обойду вокруг. Хотя тут постоянная реконструкция, и они обещают его закончить к 2026 году. Но к столетию, кстати говоря, Гауди. Смерти Гауди. Короче говоря, я сейчас обойду вокруг и покажу вам, как эта красота выглядит. Сейчас вечер, и нет туристов. Вернее, есть, но не так много. Смотрите, метро называется станция метро Саграда Фамилия. Видно, что внутри красивые витражи. Многие люди говорят, наш гид тоже говорила, что внутри очень модерновая и современная, и многим людям не нравится. И многие хотят, чтобы эта церковь, которую многие ненавидят, вообще никогда не закончилась, чтобы ее построение не закончилось. Потому что дом напротив хотят снести, и люди протестуют и бастуют, и говорят, что мы вообще, мы не мелочь, мы не монеты, мы живые люди. Как вы можете просто снести наш дом? Там большой дом напротив с огромными вывесками. Здесь на ней очень много деталей разных. Она нам сегодня рассказывала. Там вообще до хрена всего, ну как это можно запомнить? И Дева Мария, и Иисус, и голуби летают, и всякие святые, и куча разных знамений. Там много, много деталей. Видите, наверху голуби мира. Вот в этих ущельях есть музыканты и ангелы с роскошными глазами. Я вам говорила, потому что архитектор был японец, поэтому он их такими и сделал. И также этот архитектор построил вот там вот вдалеке, видите, разноцветные овощи, фрукты. Это как рог изобилия, который символизирует жизнь и, ну вот, изобилие и счастье. И вот тут много ангелов, которые трубят на трубах. Вот они прям в центре. Музыканты, волхвы, нативити, рождение Христа. И последнее, что хотела сказать. Вот эта вот грубая часть начальная, если видно в темноте или нет, я не знаю, она была построена позже. Началось построение Саграды с этих угловых вот эти вот верхушки, которые очень гладкие, вот это справа и слева. И вообще Саграда должна была посвящаться святому Иосифу изначально, но она ему была абсолютно не посвящена, в конечном итоге не получилось, потому что это было запрещено. И тут есть вышки, посвященные Марии, Христу, кому угодно, только не Иосифу. Но задумка Гауди была именно ему, но это не удалось. Вот так вот. На этой ноте, Лени, кто-то помешал моему видео. Ну ладно. На этой ноте Лени заканчивает свой репортаж. Вы за спиной меня будете видеть красивый фонарь и собор Святой Фамилии. Кстати, этот собор, по идее, должен был иметь название Собор Святого Иосифа. Но так как это дело не удалось, запретилось, его назвали Собор Святой Фамилии. Вот так вот. Всем привет, на Дубранич!